Ну так возьмите, попейте. Это Маха в эфире, правда? Я забыла, как это... К Махе-то приветоваться. Ну, поняла, да? Плохо, когда не знаешь, да еще и забыл. Да, я забыла, тупо. Что это такая? Кушать захотела, блядь. Котлету съешь, Не, не хочу. У меня вот лень есть почему-то. Сегодня. Мне сегодня лень есть, ребят. Как такое вообще можно говорить? Это чей ноутбук? Мой? Это мой ноутбук. Привет, ребятки, привет. Блин, я по идее собралась в МФЦ, а я просто зашла, чтобы с Машкой поговорить. А я забыла, как присоединиться к Машке. Капец. Ой. Таня, ты лучшая. Да, одинаковые мы, ребят, все одинаковые. Чего вы начинаете? Джуля, приветик. Я сейчас покурю быстренько и, скорее всего, поеду уже. Кто подскажет, как Махе присоединиться? Я просто забыла, я давно в инсте не выходила, то есть в эфиры. Я, по идее, надо бы, я хочу с Машкой поугарать. Просто поприкалываться, я люблю прикалываться. Я жизнерадостный человек. Ко мне присоединяйся. Зайди к ней на эфир и кинь запрос. Ага. Зайти к ней на эфир. А если она его не увидит? Что, я зря уходила? Блин. Как дела? Да хорошо у меня, ребятушки. Все хорошо у меня. Вчера погуляли. Попили в караоке. Чуть выпили маленько. И поиграли в боулинг. А я как огуречек. У меня там ребенок сидит, Софа, ее имя Софа. И он так на меня смотрит странно, ребят. Она такая, знаете, какая симпатичная девчонка, сейчас я вам покажу. Сейчас, секунду. Сейчас как камеру-то перевернуть. Блин, сейчас забыла. О, а я вроде нашла. Вот это вот вроде, да? Знаете, какая красивая девчонка? Вот. Красотка, красотка ты, Соф. Да, она стесняется, ладно, не буду ее докапываться до нее. Машка ждет. Серьезно? О, все, тогда я бегу. Присоединись к Машке. Или ты меня опять, вы меня обманываете по-любому, Кто-то девочка, это дочь моей подруги. Маша ждет запрос. А вот не дай бог вы мне соврали. Я вот, знаете, уже на это ведусь в пятый раз. Ладно, окей, я еще поведусь. Машка ждет, ладно. Кажется, кто-то уроки делать не хочет, да. Все, я выхожу и кидаю запрос, ребят. Сейчас, я быстро. Туда и обратно. Если вдруг она не ждет.